Итак, друзья, я всю жизнь играл в шахматы, сегодня узнал на старости лет такое правило. Оказывается, когда вы играете в шахматы, у вас могут происходить такие случаи. Ну, например, я просто делаю демонстрационную игру. Когда вы двигаете ваши фигуры, шахматы, пешки, у них есть, оказывается, такое свойство. Когда пешка оказывается, вот скажем, сейчас черный... Белая пешка будет рубить черные. Вот посмотрите, мы делаем... Так, сейчас у нас ход черных пешек. Вот. Мы делаем ход сюда. Черная пешка делает ход. Здесь она не может ее рубить. Она может идти только вперед. Но если пешка... Вот она стоит здесь уже, и эта пешка перед ней делает вот так. А, сейчас белый ход. Так, вот так. Перед ней пешка идет сюда. Она может ее срубить... Вот, даже если она здесь стоит, она ее может срубить вот таким образом. Бумс, она рубится. Это по правилам так работает. Вот, это очень интересно, я не знал этого. Оказывается, что пешка может вот так рубить по диагонали. То есть вот здесь тоже сейчас сделаем. Так, сейчас черный. Вот. Если она перед ней перескочила через две, то она может ее срубить. Бумс, видите, да? Это не глюк сайта. Я думал, что это глюк сайта. А оказывается, это не глюк сайта. Это так и есть. А если она первую перескочила вот в этом ряду, она может срубить. Или в этом ряду, соответственно, у белых. То есть, когда первый раз она перескакивает через одну. Еще раз показываем. Это идет... Так, чей ход у вас? Этот. Так, если сейчас она пойдет... Это идет. Она не может рубить. Но если перед нею, перед ее носом она проходит, давайте еще раз посмотрим. Вот, давайте вот на этих примерах. Пешка идет вперед, белые идут вперед, это подходит сюда, сейчас вот это пойдет, вот это перескакивает, и это ее рубит. Бумс. Кто бы знал, на старости лет мы узнали, что, оказывается, такое правило существует. Еще раз я верну все обратно, чтобы вы могли увидеть, как это происходит. То есть пешка может рубить. Если вы делаете ход, ваш противник делает тоже ход, потом вы делаете ход, и теперь ваш противник, вот эта пешка, например, идет вот так, то вы ее можете рубить, вы можете сюда пойти или срубить вот эту пешку, но вырубить вот так. Немножко странно. Точно так же и черные. Если черная, например, сюда пришла, вы походили белой, только в первом ряду она может рубить диагонально. Вот такое новое правило. Век живи, век учись. С вами Максим Максимов с удивительными откровениями в области шахмат. Пусть Бог благословит вас. Подписывайтесь на мой канал.